Меня зовут Йоханнес Клеба, мне 25 лет, лыжник. Живу в Тронхейме, Норвегия. Катаюсь на лыжах всю свою жизнь и участвую в Кубке мира последние 6 лет. Мне удалось побывать на фабрике Fischer в Риде и увидеть своими глазами, как все у них там устроено и как они на самом деле производят лыжи. Они накопили много опыта и реализуют его в своем производстве. Я был очень шокирован, увидев все это. Когда я вернусь домой, то буду полон эндорфинов, и мне было действительно очень здорово и приятно поучаствовать в этом процессе и посмотреть, как все там организовано. У нас был совместный тур с Мартином, и он показал мне полностью все материалы, которые они использовали в производстве. Мне показали станки и оборудование. До этого момента я на самом деле не знал, что вы делаете каждую пару вручную. Я думал, что мы приедем сюда и увидим кучу разных машин, которые производят все от самой маленькой детали до лыж целиком. И это показалось мне намного больше, чем я представлял себе. Это было довольно шокирующе. Я бы сказал, что самое большое впечатление, которое произвело на меня, это услышать историю, с которой все начиналось, и увидеть офис. Там много лыж, которые вошли в историю. А также интересно было послушать о человеке, который на самом деле любил кататься на лыжах больше всего на свете. Он хотел построить как можно лучшие лыжи, и у него получилось то, что мы можем видеть сейчас. Я думаю, что все, кто здесь работает, любит свое дело и делает свою работу отличной. И мне было тоже интересно видеть, что лыжи, которые они создают, над которыми работают каждый божий день, дают нам, лыжникам, хорошие результаты зимой, и людям действительно нравится использовать опыт компании Fischer и навыки, которые они приобретают. Я думаю, что это также огромное преимущество для них. Просто удивительно находиться здесь, на фабрике, и узнать еще немного больше о бренде и лыжах, которые здесь производят.